Всем привет! Мы решили провести тест и посадить вертолет на грузовик. Сейчас посмотрим, что из этого вышло. Сейчас я слетаю к челику, он там чуть не может. Помогу. Давай, давай, слетай. Так, у тебя серый, смотрю, не сильно получается сесть. Перпендикулярно не пробовал садиться? Ух ты, комета, смотри, какая красота, офигеть. О, получился удачный снимок. А тот там есть? Да, есть. Давай. Так, давай, аккуратночко. Садись. Я понимаю, ты не можешь садиться и разговаривать. Не получается, да? Давай еще кружок. А ну-ка, я попробую пострелять в тебя. Вертолет, точнее. В тебя не буду. Хотя ты тоже бессмертный. Разок выстрелю. Ну, я думаю, попал бы. Давай еще один разгончик и попробуй сесть перпендикулярно все-таки. Ну, что ты завис? А я тебя прицел вижу, вертолет классный, даже ник твой вижу. Ну, давай, с богом. Эх, почти. Чуть-чуть, тихо. Упадешь. Ну, все, упал. Прыгай быстрее, быстрее, ты винт разбил задний, прыгай. Так, винт разбили. А, нет, это что, нереально. Сейчас. О, прилетел наш спаситель, сейчас нам винт даст. Винт разбили задний. Сейчас я найду винтук. Давай, ты поставь винт и попробуй... Задними? Задний, ага. Попробуй ты посадить его перпендикулярно, вдруг получится. Это задний, наверное. У нас что-то не получается. Он целый или он этот уже все того? Все, давай ты пробуй. Да, я такой же профессионал, в принципе. Ну, ничего страшного. Не, я люблю симулятор. Я летал Ил-2, я War Thunder там играл. Ну, блин, этот вертолет. Так управляется по-дурацкому. А, тихо. Я даже уже чувствительность поставил маленькую, все равно. Его так кидает, чуть-чуть немножко двинешь, и все, его уже резко несколько метров кидает. Ну да, я тоже только попытался взлететь, сразу винта избил. Надо посадить, выровнять. Там надо, не знаю. Да легко сказать, это невозможно сделать, даже перпендикулярно. Его несет сразу просто. Его сразу донесет. Ах ты! Все, перевернулся. Не, целый. А винта нет. Давай, давай, быстрее выпрыгивай тоже. А то закрутит. Там винта нет опять. Так, какой там... Теперь другой. Главный пропеллер ставь. Серж, ты куда поехал? А его вообще можно посадить туда? А, поставить его туда. А вот ну... кто его знает? Ребят, раз задались целью посадить вертолет на грузовик, давайте уже добьемся. Я смотрю, что перпендикулярно тут место есть. Да должен он и так сесть. Перпендикулярно и параллельно, только нужно как это придумать. Может, наверное, что кто-то сел в машину и подруливал, помогал? Да нет, это вообще... Идея прикольная, но как ее... Ну, хотя бы вперед, там назад. Да, болтает его знатно. Да не то слово, он телепается по всей карте. Понял, а если только сажать, если только вот так с места взлетать, чтобы он ровно был. Ну а чё, хорошая идея, давай. Ты подлетай вверх-вниз, Серега пускай отъезжает, задом сдает, а я буду регулировать. Так, взлетай. Серый, давай потихонечку назад, потихонечку. Давай, давай. Ты взлетаешь, Серега сдает. Тихо. Стоп, стоп, стоп. Все, стоп. Оба стоп. Да. Подальше. Есть приколка. Я же говорил, надо кому-то грузовик садиться. Да, посадили. Дальше его пропихнем. Ну давайте потихонечку, только я посмотрю.
Так, один залетающий, другой назад. Все, 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 тихо, тихо. Еще раз так давайте. Взлетает один. Назад, Серега. Эх, вы... Все, все, хорош, ну и нафиг, а. Все, все, все. Слазь, отлично. Понял, обратно. Ну что, теперь надо на грузовике покататься. Да-да. А если ехать, он не слетит? Вот давай. За руль, Гриштик. Садись давай, за руль. И да, но у меня будет поснимать. Видео, как собрать грузовик, а не как посадить вертолет. Ну и что, будет у тебя и как посадить вертолет и провести его. Да я тоже скинул, да, это... Такое сотворить тяжело. Ну да, мы добились своей цели, мы посадили вертолет на грузовик. Точнее, я регулировал, вы сажали. О, пошло. Держится. Держит. Ага, держится. Держит вроде. Серый, поровно едь, не газуй сильно. Потихонечку перевернёт. Да он не должен, а нет, скользит. Потихонечку скользит, но держится. Держится вроде. Ага. Если не умеешь летать, но у тебя есть вертолет, перевези его, да? Ага, купил вертолет, посадил на машину и катайся с ним, хвастайся. Серый, стой. От третьего лица видно кабину вертолета. Все, тормози. Не, или пускай снимет, как ездят тоже. Давай прокатимся, снимем. Давай, ты будешь в машине, а я в вертолете. Так, Серега, второй. За руль давай. Че, куда ехать? Да так по карте, едь к дому. Да, от первого лица, я от третьего лица вообще ничего не вижу просто. Да, от третьего лица видно там кабину вертолета и его корпус. И, ага. И ничего. Ух ты, держится, смотрите. Да? Держится. Ой, на да, слазь. Держится, ну, честно говоря, кидает меня как-то влево, бы сейчас упаду. Жалко, нельзя сидеть просто двигателем. О, сейчас влево кинуло. Ну, держится. Мужики, держится. А отсюда не, да не я, видно. Да я уже все снял. Не видно будет, если он в грузовике будет материала сидеть. Материала достаточно. Достаточно тебе материала. Посмотрим, как он крепко держится. Свет корыта разгонится. Давай, гони. Я уже почти падаю, вон, о. Что не так вперед кинул, блин. Метеориты еще летят на нас. Где, где? Ух ты, прикольный взрыв. Сняли хоть? Метеорит как падал. Да-да, я снял. Обои сняли. Ух ты! Вся меня скинула. Не, красавец, Серега молодец. Вырулил на вертолете и взлетел. Он не разбился. Ну что, тогда Серый пускай летит, а мы поехали домой. На этом я съемку буду заканчивать. Всем спасибо. Классный тест получился.